Всем привет! Я хочу вначале вернуться к тому, что говорила Аня, про то, что происходит на субботниках, на хэппи-деви. Мне кажется, мы сегодня говорим про очень передовые технологии, про такой передний край вообще развития технологий. Я в этом убежден. И абсолютно согласен, что для этого не надо собираться там 200 человек. Для этого достаточно бывает 3 человек. Поэтому здорово, что мы все сегодня собрались. И я буду больше говорить про одно из таких передовых направлений, про дополненную реальность. Получился целый доклад. Можно еще говорить отдельно там, про machine learning, про интернет вещей. Да миллион сейчас есть направлений, про тот же блокчейн там заявлен доклад. Здорово, что мы сегодня это все обсуждаем, но я в своем докладе буду говорить именно про дополненную реальность. И я часто слышу, что, общаясь с людьми, я слышу, что все понимают, что это есть, что это уже давно есть, а что с этим делать и какого этого будущего, разные люди говорят абсолютно разное, и не видно в глазах понимания абсолютно у большинства программистов, с которыми я общаюсь. Также я слышал реплики в кулуарах, что вот 3 доклада про теорию, все здорово, но какая практика, какое применение, зачем мы все это делаем? Я постараюсь как раз ответить на вопрос, зачем, и показать вот те же практические применения того, что рассказывал Вадим, на простых примерах, которые вот используются, в которые корпорации инвестируют сейчас огромные деньги. Я надеюсь, вам будет понятна эта связка, зачем это происходит. Давайте пару слов о себе скажу. Я работаю в компании Handsome, руководитель мобильной разработки. Я очень люблю обе составляющие. Первую, вот эту теоретическую, базовую, я закончил математический факультет. Это было клево. Эта теория позволяет на многие вещи в жизни смотреть по-другому. И я очень люблю именно понимать, а как технологии могут служить людям. Как вот то, что мы с вами придумали, сделать так, чтобы какая-нибудь там девушка на другом конце земли или там наша мама или кто угодно взял нашу технологию и получил пользу для своей жизни от взаимодействия с ней. И это, мне кажется, тоже очень сложный вопрос, не менее сложный, чем думать про алгоритмы. И мне тоже очень нравится про него думать. Я не один такой на самом деле, и в Омске, и в мире. И сегодня во многом как раз будет делиться вот размышлениями, которые я пришел, думаю больше о втором вопросе. И начну с очень простого, понятного всем примера. Игра Pokemon Go. Не знаю, здесь аудитория насколько релевантная. Убежден, что многие, наверное, все слышали. Подозреваю, что кто-то играл. Кто играл, до какого уровня вы дошли? До 32-го. Это очень-очень круто. Причем игра, по-моему, по-прежнему официально недоступна в России. То есть она реально взорвала мир. Люди по всему миру играют. Причем играют абсолютно… То есть в Ingress играли гики, в Pokemon Go играли все. Абсолютно все по всему миру, даже в тех странах, в которых это недоступно, там искали какие-то способы поставить APK, там, а на iOS это еще сложнее ставится. Но люди находили эти пути, ставили, играли, получали фан, удовольствие. И все понимают, что это дополненная реальность, да? То есть вот она рядом с нами подкралась. Я в эту игру играл очень-очень мало. Я остановился на первом уровне. Мне в эту игру… Самое интересное было посмотреть, а что происходит с этим Пикачу в плане дополненной реальности. И я разочаровался на самом деле, потому что в плане дополненной реальности игра на данный момент сделана очень топорно. То есть мне было интересно, а могу ли я поставить Пикачу, вот я стою там на сцене, могу ли я поставить его на пол, чтобы он именно был на полу, а не на одном уровне со мной. То есть подойдя к нему, могу ли я вообще к нему подойти, чтобы он стал ближе в картинке, когда я подхожу к нему, обойти его, чтобы он вот именно как бы был ниже, чем я сейчас располагаюсь, или там наоборот выше, чтобы он как-нибудь от меня бегал, прятался за препятствия. Вот это же смысл, чтобы покемоны были живыми, потому что это же дополненная реальность, а не просто какие-то непонятные вещи. И изначально, когда вообще эту игру Google придумал как первоапрельскую шутку. Не знаю, если вы видели, где-то 2-3 года назад была первоапрельская шутка про покемонов, что их надо ловить. Они там собирали эксплореров, таких бравых, и там… Если погуглите этот ролик на YouTube, там очень клевый концепт показан, как покемоны сидят в пещерах, как они там вылазят, как их надо реально ловить, бросать в них покеболы отскакивают от реальных объектов. Вот это для тех, кто любит покемонов, это просто, не знаю, насколько для них круто играть в такую игру, просто это их, наверное, мечта. На данный момент
игра далека от этого. И это меня разочаровало. А вопрос, почему она далека? Что нам технологически не позволяет сделать так, чтобы вот Пикачу бегал так вот, как мы хотим? И я думаю, вы понимаете, что с математической точки зрения ответ очень простой, что если я возьму устройство, то есть какой-то объект, как-то в виртуальном мире помещу покемона и начну двигаться, то для того, чтобы виртуальный мир и реальный мир друг другу соответствовали, мне нужно однозначно трекать мои перемещения устройства во всех 6 степенях свободы. 6 степеней свободы, я думаю, как математикам, так и физикам, так и всем вообще техническим специалистам хорошо понятное понятие. Так кратко повторю для гуманитариев, что есть 3 оси перемещения и 3 оси вращения. Все, собственно, мы можем любое перемещение задать с помощью этих 6 степеней. И интересный момент в том, что когда на самой заре мобильных устройств, там, буквально первые айфоны, когда выходили, все подумали о том, что вот, мы в шаге от этого. То есть идеи Pokemon Go, подобных игр, они были уже тогда. То есть первый iPhone — это 2007-2008 года, Android тоже 2008. Всем казалось, это наступит завтра. То есть вы можете найти миллион статей, миллион видео, миллион чего угодно в интернете, где люди говорили, что вот мы сейчас это сделаем. И действительно, почему бы не сделать? У нас есть акселерометр в телефоне, у нас есть гироскоп, у нас есть компас. Это все, то есть акселерометр отвечает за перемещение, гирокомпас отвечает за вращение, компас еще это может как-то шумы сглаживать, фильтровать. Действительно, почему бы нет? К сожалению, вся эта идея красивая разбилась о том, что на мобильных устройствах, в их сенсорах очень много шума. То есть просто шум не позволил это сделать. То есть когда я стою на месте и кручусь, еще вращение одно можно ловить достаточно точно, когда я начинаю ходить, даже медленно, или тем более бегать, прыгать, все, шум все убивает. И фреймворки, которые говорят, что это возможно, что они их делают, там красивые маркетинговые видео показывают, смотрите, ребята, вы сейчас наш фреймворк купите, и у вас все так будет. Они вас обманывают, которые вот тогда были. И многие до сих пор продолжают это делать. На современных iOS и Android устройствах это сделать невозможно. Это не работает на практике, именно из-за шума. И люди не сдавались. То есть идея по-прежнему будоражила умы, по-прежнему хотелось добиться вот этих 6 степеней свободы. Пришло понимание, что стандартных сенсоров недостаточно. И немного добавив такой художественной домысла, можно сказать, что ответ нам пришел с Красной планеты, с Марса, потому что на Марсе аналогичная проблема встала уже очень давно. Никто никогда не был на Марсе, когда туда полетел первый марсоход, и никто не знает, как сделать карту Марса. Марсоходу нужно прямо по ходу его перемещения по Марсу простраивать карту и позиционировать себя в этой карте. И во многом в связи с этим с развитием космической индустрии получила смысл и резонность развития вот такого очень широкого направления алгоритмов, как Simultaneous Localization and Mapping. То есть это алгоритмы, связанные с тем, что устройство в реальном времени, или, может быть, в каких-то случаях в нереальном времени, когда мы, допустим, видео обрабатываем, как Вадим рассказывал, она простраивает карту и пытается себя еще в этом пространстве локализовать, то есть по 6 степеням свободы понять, где мы в этой карте находимся. На Марсе без этого марсоходу просто не выжить. А для этого, понятно, нам нужна камера. То есть нам нужна картинка, которую мы будем анализировать. В телефоне камера есть. И для этого нам нужна процессорная мощность. Особенно если делать это в реальном времени. Также другой проблемой является, что в телефоне у нас одна камера, а желательно было, чтобы их было две, чтобы был возможность создавать расстояние, мерить то, что Вадим рассказывал, как раз нужно два угла обзора. Но, тем не менее, уже в 2003 году появился фреймворк, назывался Meta.io. Он был одним таким из первопроходцев в плане дополненной реальности. И они одними из первых показали возможности SLAM на мобильном устройстве. Оно работало достаточно хорошо, особенно учитывая ту мощность, на которой они это делали. Позже команда 13-я лаборатория, они сделали очень подобную вещь. Я вот здесь на слайде разместил два видео, где вот вы можете посмотреть. Очень подробно рассказывает там основатель Meta.io и какой-то парень из 13-й лаборатории, рассказывают, как это работает, все показывают. Наверное, сейчас мы не будем их смотреть, чтобы время сэкономить, у нас обед близко.
Но вы, пожалуйста, дома посмотрите, очень интересно все здесь ребята рассказывают. И интересный момент в том, что это было на заре, это работало, ну, скажем, не так клево, но, может быть, слышали новости, Apple несколько лет назад купила Meta.io, это сейчас закрытый фреймворк, и Apple что-то внутри себя, его как-то переваривает, какие-то дальнейшие планы вынашивает по развитию этой идеи. И в новом iPhone, вы заметили, появилось две камеры. Ну, тоже прямая параллель. Там не все так однозначно, но Тим Кук явно говорит о том, что AR — это будущее, и они будут очень сильно в него инвестировать. 13 лабораторий купил Oculus, потом Facebook купил Oculus. По сути, еще одна корпорация поглотила технологию, которая… Ну, это обе технологии мобильного слэма. Они обе поглощены корпорациями, и сейчас они обе закрыты. Мы, как разработчики, сторонние к ним доступа не имеем, но это интересная такая заметка. Дальше. В 2014 году компания Google полноценно включилась в игру и анонсировала, не просто анонсировала, а сделала первый публичный релиз платформы Google Tango. Идея абсолютно та же самая. Tango позволяет делать слэм на мобильном устройстве. И это работает в реальном времени. Что она умеет делать? Она умеет позиционировать устройство в 6 степенях свободы, она умеет простраивать карту помещения, она умеет еще делать одну очень интересную вещь, она умеет запоминать помещение. То есть если один раз устройство попало в эту комнату и увидела эту комнату, потом, вернувшись в эту же комнату, она узнает, что она была здесь и восстановит. Например, это позволяет, я могу закрыть камеру, просто в какой-то момент уйти, как-то пройти, потом открыть камеру, и устройство поймет, ага, меня как бы в мешке перенесли сюда, но я уже был здесь, и ну, правильно спозиционировать себя в пространстве. Что это на практике позволяет сделать? Это очень хорошая задачка, мне кажется, на развитие мозга, на подумать. Вот есть технология, как ее можно применить? Я могу сейчас дать быстрый, один из простых быстрых ответов, но применений намного-намного больше, я про них сейчас рассказывать не буду. Что можно сделать? Есть огромная проблема навигация внутри помещений. Допустим, помещение аэропорта. Внутри аэропорта у нас не работает GPS или работает ну, ужасно плохо. Внутри аэропорта очень много людей, у которых в принципе проблемы с качеством интернета и с какой-то внешней связью. Да? И в этом помещении людям надо как-то понимать, где нужны гейт. И они в этом помещении первый раз в жизни в большинстве случаев и, может быть, последний. Как сделать навигацию? Очень просто. С помощью технологии Tango, с помощью технологии SLAM, других подобных технологий. Мы можем просто сделать так, что человек заходит там, в настройку регистрации там, компании своей любимой, прикладывает телефон к чекину вот этому борду, у него сразу там boarding pass списывается, и все. Дальше ему он берет телефон, поднимает, и у него на полу нарисована линия. И он просто идет по этой линии, что бы он ни делал, там, не знаю, бежал, даже если он опаздывает на самолет, что угодно делал, эта линия будет оставаться на полу. Он закроет телефон, он положит его в карман, он достанет его снова, линия опять будет на полу. Может, для кого-то это покажется просто какая-то обман, вот тут вот на субботнике, но эти примеры показаны, они работают, я сам их видел. Вы тоже можете их увидеть, если захотите. И я сейчас хочу вам продемонстрировать демо непосредственно Google Tango. У меня есть с собой устройство. Вообще в мире сейчас существует два устройства. Одно из них — это Developer Preview. Оно было предоставлено в публичный доступ на конференции Google I/O 2014 года. Я как раз после этого его себе приобрел. И с тех пор этим вот, ну, активно начал в эту сторону думать, Что с этим будет. Не так давно вышел первый consumer девайс, использовательский. Lenovo в партнерстве с Google выпустили устройство, которое уже позволяет ну, всем пойти какой-то магазин, где можно купить смартфон и приобрести это себе Lenovo. И это уже работает на консюмерских устройствах. И однозначно в ближайшие там, 5 лет, ну, то есть через 5 лет, есть вероятность, что такие устройства будут у 80% пользователей в кармане. Ну, то есть технология будет широко распространена по миру. Сейчас я покажу вам демо, если у нас все получится. Я могу сюда перейти? Не порвет колонку?
Так, вы видите то, что я вижу на экране? И давайте начнем вот с простого демо. Позволяет мерить расстояние. И ну, я сейчас могу вам продемонстрировать 6 степеней свободы. То есть, так, давайте как-нибудь вот так вот. То есть я сюда ставлю точку, ставлю еще одну, еще одну, еще одну, еще одну. Замкнул контур. Создаю объем, и можно погулять вокруг него. Причем, смотрите, поверхность практически однотонный пол. То есть здесь нет какого-то контраста особого, здесь ничего. Но я могу вот что угодно делать, и она будет достаточно устойчива в пространстве. Ну, это очень простой пример, но я думаю, у вас в голове простраивается, как это можно развить более сложный. Для квартиры это может быть очень прикольная штука. Мне не нужна рулетка, если у меня есть такой телефон, я пошел там, померил. Да, да, можно. Для ну, IKEA, например, и вот такие производители мебели, которые для консюмеров где-то делают, они очень заинтересованы, потому что такие демо тоже есть на устройстве. Вообще, если интересно, можете потом после доклада подойти, сами потестировать. А можно поставить, ну, из каталога скачать какой-то там стол, стул, поставить у себя его в доме, поставить, вообще, короче, зайти в пустую кухню, накачать себе мебели, поставить и посмотреть, как это будет. Ну вот на существующих телефонах она будет божить по-страшному. Как идея, она клевая, она IKEA давно нравится, но вот с этими устройствами она уже становится реальной на практике. И вот я общался с человеком, который непосредственно вот с там, дизайном интерьеров связан. Он говорит, что, может быть, мужчины, они еще поймут, как будет это все выглядеть, когда это купится. Но вот для женщин обязательно надо увидеть своими глазами, потому что иначе очень сложно все это в голове себе представить. Ну, это не то, что… это реальный практический фидбэк человека, который каждый день с этим работает. Он загорелся этой идеей, потому что он говорит, что вот у меня очень много плохих отзывов, что вначале мы говорим, все показываем, а потом, оказывается, не нравится, потому что ну, надо глазами, своими глазами увидеть, как это будет выглядеть. Вот, пожалуйста, технология делает это. Да-да-да. Для маркетинг тоже там любой компании, он в восторге от такой возможности, потому что ну, это очевидное конкурентное преимущество. Вот попробую показать более сложное демо. Оно связано с построением именно 3D-карты параллельно. То есть вот тут есть зверюшки, вот одна уже появилась. Вот она может бегать. И видите, она оп, поняла, что сюда можно прыгнуть. Ходит там, иди туда. Ушла. Я могу пойти за ней. Ой, она куда-то полетела. Вот, ну, немножко не поняла, что это стол. Ну, это демо. Оно достаточно топорное. Прикол в том, что если вы посмотрите исходники этого демо, там минимум кода на Unity. Просто минимум пишется за, там, за пару дней максимум человеком, который вообще не знает, как с Tango работать. Если есть вещи, которые в этом демо не представлены, но можно делать так, что, во-первых, она стол понимала, что здесь есть, во-вторых, чтобы она за этот стол умела прятаться. То есть я вот так вот ее не видел. Это тоже делается, это все продемонстрировано. Доклад на Google I.O. последний, если загуглите, про Tango, там это все демонстрируется. И этот проект находится в стадии сейчас бурного развития. То есть каждые полгода они выкатывают просто какие-то мажорные апдейты. Ну, то есть через год они будут еще просто на огромном расстоянии впереди. И этим проектом в Гугле занимается Джонни Ли. Он раньше работал в Kinect, сейчас перешел туда. И вообще в целом идея проекта – наделить телефона способностями человека в плане ориентации в пространстве. То есть как мы с вами видим мир, как мы его… Как мы видим мир, чтобы наши устройства научились видеть его так же. Наверное, на Tango с этим все. Здесь еще много других демок на девайсе, но все сейчас вам не успею показать.
Поэтому давайте дальше к докладу возвращаться. Так. Дальше есть очень интересная разработка от Microsoft. Думаю, тоже многие из вас слышали. Называется Microsoft HoloLens. Вот здесь я привожу шикарный доклад на TED, где они про это рассказывают и показывают. Не знаю, если у нас в конце останется время, можем видосики посмотреть. Сейчас, наверное, тоже пропущу. Ну, просто дополненная реальность за счет очков, она проецируется прямо в вашу реальность. То есть я не на устройстве ее смотрю, а просто она у меня вокруг. То есть вот этот код, я его буду видеть, как будто я его своими глазами вижу. И все что угодно. Еще одно интересное применение могу вам рассказать. Почему, допустим, Фейсбуку это интересно? Кто понимает вот так вот сходу? Нетривиальный вопрос. Да, не подписано на Остима Белаториума. Ну, клево тогда, что мысль, что действительно это понятно, потому что Facebook заинтересован в том, чтобы коммуникацию между людьми выводить на новый уровень, и они для этого непосредственно Oculus приобрели. И Microsoft, наверное, тоже Skype имеет с целью коммуникации между людьми. И получается, мы можем с человеком коммуницировать, как будто он находится здесь, вот прям вот тут вот стоит, а он на самом деле там в другом, вообще где-то очень-очень далеко от нас. Это позволяет нам вести коммуникацию с помощью технологий куда более удобную, чем там сидеть и смотреть друг друга вот в таком 2D-окошке. В виртуальной реальности все то же самое. Можете тоже поискать, найдете, ну, советую посмотреть последнее выступление Цукерберга вот на окулосовском ивенте. Он как раз там делает демо, как это будет в виртуальной реальности общение людей выглядеть. И Microsoft не так много про себя успел показать, потому что они сейчас вот только-только выводят это все в developer preview. Не так еще много у них результатов, но технология тоже безумно интересная. Вот, ну, наверное, вот это видео на TED это лучшее, что я видел про вот HoloLens. Оно очень клевое. И здесь точно так же используется SLAM. То есть эти очки точно так же в 6 степенях свободы трекают перемещение, точно так же умеют простраивать какую-то карту при необходимости. И, собственно, еще раз возвращаемся к вопросу, а что это значит для будущего? К чему это приведет? Почему есть, так скажем, инсайдерская информация, что Apple в это инвестирует, сейчас огромные деньги в Facebook. Вот я был на Google Developer Agency ивенте. Там продукт-менеджер, который отвечает за развитие VR-направления в Гугле, рассказывал о том, что они тоже инвестируют очень сейчас большие деньги в VR и AR, ну и не только. И если очень емко описать это все, мне кажется, все технологии сейчас идут к тому, чтобы разрушить барьер между человеком и технологией. То есть посмотрите технологии там 5 лет назад. Нет, давайте там 15 лет назад. Мы с вами не понимали, как их использовать. Они были там, ну, что-то такое, что-то с чем-то. Сейчас все стало проще. Сейчас, если взять какой-нибудь последний там смартфон, ребенок понимает, как смотреть видео, потому что он может сказать там «Привет, Google, привет, Siri, включи мне мой любимый колобок» и смотреть колобка или там смешариков. И мне кажется, это очень показательно. Если ребенок трехлетний может понять, как взаимодействовать с технологией, это значит, технология классная, значит, она действительно про то, как думают люди. И все сейчас понимают, что в целом наши интерфейсы, как мобильные, так и десктопные, так и на вебе, это некоторая достаточно сложная абстракция. То есть вот этот двухмерный мир, его не существует в реальном мире. Его кто-то в какой-то момент придумал, все поверили, что так и должно быть, но его не было до этого. И многие сейчас очень, особенно креативные технические специалисты, которых в любой корпорации, в любой серьезной компании такие люди есть, и эти люди как раз во многом определяют развитие прогресса. Они сейчас именно пытаются сдвинуть эту планку на тот уровень, чтобы технология была просто безбарьерной, чтобы мы могли сказать голосом, там, я хочу увидеть этого человека, он появился прямо здесь и сейчас. У нас был какое-то вот устройство, которое здесь и сейчас рисует там линию на полу. И ну, мы в целом идем к этому достаточно быстрыми шагами, и дополненная реальность, и виртуальная реальность. Есть еще вот такой слайд. Это прогноз в плане
сколько там будет денег. Ну, потому что если нет денег, то в принципе ничего нет, все умирает, потому что, ну, как бы нету бензина. Вот эксперты, аналитики, они прогнозируют такой рост. Многим людям непонятно, почему он именно такой и почему, ну, почему именно такая динамика. В целом, как я сказал, планку пушат вот то, кто хочет разрушить барьер. И сами пользователи этого хотят. Потому что ну, никому не нравится. Вот какие-то, я думаю, вы многих людей видели, которые не понимают, как пользоваться мобильным приложением. Они говорят, я не знаю, какую кнопку здесь нажать. И они хотят чего-то вот такого простого, чем можно сказать голосом. И под, по инсайдерской информации из Google, 2018 год имеет свойство быть уже годом VR и AR, а 2017 год рассматривается как год наполнения рынка. То есть в первую очередь, чтобы технологии получили пространство для маневра, нам нужно, чтобы пользователи получили устройство у себя дома, у себя там в кармане, в общем, получили устройство на руки. И сейчас вот прошел там Thanksgiving в Америке, Black Friday, надвигается Рождество, и как говорит аналитика рынков, продаж, очень многие люди сейчас предпочитают подарить там жене, другу, родителям именно что-то вот из этой области. Какой-нибудь там шлем виртуальной реальности. Ну, сейчас это очень популярный подарок по статистике. И это наполняет рынок. То есть за 2017 год рынок будет наполняться. К концу 2017 года он уже будет, ну, уже у многих людей будет на руках устройство. И это создает поле для разработчиков. То есть мы с вами как разработчики можем прийти и создавать приложения для существующих пользователей. Они уже будут. И вот здесь вот в целом представлено сравнение дополненной и виртуальной реальности. Виртуальная — это более светлая, дополненная — это более темная. Видно, что виртуальная реальность меньше, чем дополненная. И если еще каждую разбить именно по хардверу и софтверу, то во всех прогнозах сначала растет хардвер, а потом софтвер. Но это очевидно, это потому что я объяснил. А вот именно почему вот так вот оно устроено, почему виртуальная реальность прогнозируется, что она будет меньше, и у меня есть на это достаточно простое объяснение, мне кажется, очень логичное. А дополненная реальность мы можем вот здесь и сейчас ей пользоваться. Я делаю вам доклад, могу как-то использовать дополненную реальность, потому что мне это как-то будет дополнять, помогать. Ну, и у меня есть на это время, чтобы ее использовать. Чтобы использовать виртуальную реальность, мне нужно какой-то шлем одеть и в какой-то другой мир уйти, а время мое ограничено. У меня нет времени, чтобы слишком много времени проводить в виртуальной реальности. Поэтому в целом именно из-за ограниченности времени эта индустрия проигрывает дополненной реальности. В целом то, что я слышал, все компании сейчас говорят просто, что дополненная реальность будет больше, чем виртуальная, как рынок. Ну, именно во многом вот с той причиной, мне кажется, которую я сейчас рассказал. И мне, в свою очередь, и нам в нашей компании, и другим ребятам, которых я знаю, очень интересно сейчас инвестировать в вот в эти направления, потому что потенциально это может быть очень… Ну, зайдя на этот рынок первым, через 5 лет ты можешь получить огромную сверхприбыль за счет этого. И мы с начала этого года активно инвестируем в это направление. И вот здесь вот у меня на слайде есть пример того, что лучшего нашего результата на данный момент, чего мы добились на данный момент самого интересного. Мы сделали такой, мы сотрудничаем с компанией, которая застраивает микрорайон жилой в Америке. Ну вот что-то очень подобное вот спонсору нашего сегодняшнего мероприятия, компания Aist, которая строит поселок. И когда человек приходит, допустим, ну, вообще изначально он может даже сидя дома в виртуальной реальности посмотреть, как это будет выглядеть, а когда он уже приходит непосредственно на место продажи, на территорию застройки, он может достать мобильное приложение и поставить дом, который он хочет вот здесь вот купить, походить вокруг него, посмотреть, как это будет выглядеть. Дом — это еще более серьезный пример, чем мебель. Да, здесь вот уже точно нельзя ошибаться с выбором. Точно так же бывает не всегда просто представить, как это будет в конце выглядеть. Смотря на чертеж дома, мало людей понимает, как этот дом будет выглядеть по окончании. Ну, потому что это только инженеры, архитекторы хорошо могут представить. Простым обывателям это сверхсложная задача. А эта штука позволяет увидеть своими глазами, сделать более выбор, которым ты потом будешь доволен. И
Застройщик очень заинтересован в том, что такие решения внедрять. И вы тоже можете посмотреть видео. И есть еще отдельная более подробная статья, в которой я как раз во многом более детально рассказываю про те вещи, которые мы сейчас с вами проговорили. Вот по ссылке read эту статью можете посмотреть. И также я могу вам опять это сегодня все на устройстве показать. Поэкспериментируйте самостоятельно. И вот здесь вот мы в этом демо, кстати, используем технологию, которая называется QDAN. Это сейчас единственный нормальный движок, который не закрыт и доступен для широкого консюмерского круга устройств. То есть Tango сейчас работает на одном консюмерском устройстве. Это пока не бизнес-кейс для большинства клиентов. QDAN позволяет на всех современных айфонах и андроидах делать вот SLAM и ну, вот такой кейс. И мы продолжаем очень активно экспериментировать и инвестировать во все это направление. Вообще для меня в целом вся эта ситуация сейчас очень похожа с тем, когда я начинал заниматься разработкой под Android в 2010 году. Тогда я слышал те же самые слова, что это, ну, как бы зачем? Зачем нужен смартфон? У нас есть компьютер, обычный телефон, а телефону мне нужно только говорить. Вся эта история, мы все ее слышали, так и было. Но мы все сейчас видим, что mobile first, mobile — это новая просто эпоха развития технологий. И я тогда, просто потому что мне было это интересно, я не боялся идти первым в этом направлении. И ну, это на практике в долгосрочной перспективе дает интересные практические результаты на моем опыте. Я много интересных людей в Омске узнал за счет этого. Я смог организовать комьюнити. Я в своей профессиональной карьере смог сделать очень большой такой вот рывок именно за счет того, что я шел туда, где вот большое сопротивление пилу ветра, но где мало конкурентов. И это сверхриск, но и возможность сверхприбыли. В конце дня никто не знает, каким будет будущее. Никто, я вам не могу гарантировать, что VR там через 5 лет это там просто все и вся. Никто не знает. И сам Google тоже про это говорит, что сейчас все пионеры VR и AR. Google сам не знает, что сейчас будет, что дальше будет с VR. Все пионеры, все ищут сейчас решения. Можно к этому присоединиться. Мне это очень нравится. Эта возможность безумно интересна. И я организовал в Омске такой проект, который называется Mobilatorium. Этот проект как раз призван объединить таких людей, которым это интересно, собираться вместе, экспериментировать с такими вещами и быть вот именно на этом переднем краю. Обращаюсь сейчас к потенциальным участникам этого проекта, то есть к разработчикам. В чем это может быть, как это может выглядеть для вас? Вы приходите в Mobilatorium, это по сути комната в IT-парке, мы там собираемся каждую субботу. Вы получаете бесплатный доступ к некоторым вот современным устройствам, например, Tango, Oculus, биконы. Ну, мы заинтересованы в том, чтобы эти устройства расширять, чтобы у нас их было как можно больше со временем. И вы можете абсолютно бесплатно делать эксперименты на этих устройствах. Какие вам заблагорассудятся? Главное, что нужно делать это open source. Я не заинтересован поддерживать коммерческую, такую просто, чтобы коммерческие проекты напрямую билились в Mobilatorium'е. При этом, если вы хотите, вот, допустим, как мы сделали, сначала поэкспериментировать с этим, а потом это развить в бизнес-кейс и продавать это клиенту за деньги, пожалуйста, это клево, мне кажется. Ну, в этом тогда смысл. Тогда Mobilatorium становится интересным для компаний. Теперь обращаюсь к компаниям, которые заинтересованы инвестировать вот в новые технологии. Можете смело отправлять своих сотрудников, приходить в гости к нам в Mobilatorium. Мы будем рады всех видеть. Чем больше компаний, тем лучше. Правила определены. То есть на сайте очень такой очень-очень простой принцип нашей совместной работы. Можете его почитать. И я считаю, что мы на своем опыте, как компания, с этим столкнулись. Допустим, мы покупаем там дрон. Мы с этим дроном что-то поделали, а потом там два дня в году мы делали, а 363 дня в году он стоит на полочке, потому что ну, мы другими проектами заняты. И это не очень эффективная утилизация там, достаточно большого количества денег. Мне кажется, что если все компании вместе будут иметь какой-то общий набор девайсов, это в целом будет эффективнее и, ну, для каждой компании с точки зрения КПД. Меньше денег в общий фонд вкладываешь, а больше профита в конце дня получаешь.
Если мы за счет Мобилатория мы будем создавать в Омске такие проекты, которые будут на переднем краю, если мы за счет этого будем вот этими пионерами, которые сейчас вместе с корпорациями идут в это направление, я буду очень-очень рад. Таких примеров подобных лабораторий можно найти во всех продвинутых айтишных городах. Я хочу такой пример развить здесь у нас в Омске. Сейчас у нас где-то порядка 5 более-менее постоянных участников. И вот я как раз использую каждую возможность, чтобы донести эту идею до вас, до более широкой аудитории, чтобы вы могли, хотя просто знали о том, что мы существуем. На этом все. Спасибо большое. Кто? Да. А вот сейчас дополнительная реальность, она ограничена экраном устройства. Ну, неважно, очки там, да, вот есть ли какие-то движения в сторону расширения, допустим, области просмотра изображения? В HoloLens она вокруг, она как бы голограмма тебе на твое зрение проецируется. Угу. А вот, допустим, так, чтобы, например, вот ты, например, рассказываешь, да, тут, ну, и бац, показываешь какую-то голографическую здесь, на сцене. Есть ли такая возможность? Не очень понял вопрос. То есть... Например, на устройстве ты что-то смоделировал, включаешь, и, например, с устройства всем без экрана видно, например, какая-то модель, например, устройства какого-то. Голограмма, да, голограмма, но или не знаю. Ну, как. Тебе нужно по-любому иметь какое-то устройство, чтобы самому видеть дополненную реальность. Нет, то есть я не могу виртуального котика превратить в реального. Нет, я говорю про то, что исследования какие-то на данный момент уже есть. Нет, в эту сторону. Виртуального котика превратить в реального, я думаю, это противоречит идее мироздания в целом. Нет. То, что ты говоришь, если я не до конца понимаю. Да, вот как в «Звездных войнах», например, да, там вот в «Звездных войнах» там Палпатин. Насколько я понял вопрос, HoloLens это максимально близко к тому, что ты имеешь в виду. То есть она, ну, как бы создает реальную голограмму для того, чтобы. Ну, только для одного человека. Ну, дай больше HoloLens. Понятно. Есть, конечно, голограмма, допустим, мы можем в комнате как-то там поставить и вот за счет такой технологии создавать голограмму. В определенном помещении можно создавать голограмму для всех. Но это давно в физике сделано. Но вот именно носимые голограммы — это HoloLens. Грибы. Столетия на рынке голограмм. Я первый был. То есть у меня такая не столько вопрос, скорее реплика. Ты вот показал это, аналитики там нарисовали прикольные диаграммки, сколько там бабок в этом будет. Если честно, сейчас поставлю бутылку хорошего коньяка, что через 10 лет… Ну, ладно, даже через 5, скорее всего, раньше augmented reality практически сойдет на нет. Вот виртуальная реальность будет развиваться. На моем мнении, я хоть с этим и работал. Потому что, почему я это ставлю? Потому что augmented reality, получается, очень прикольные демки. Это, правда, действительно весело, там покемоны, все такое. Но, если честно, я очень много над этим думал, и реальных применений не так-то много. Поэтому я думаю, как с покемонами, все поиграются, будет сильно хайпово, но я вот ставлю бутылку хорошего коньяка, что лет через 10 по augmented reality все практически забудут. Давай, я тоже много об этом думал, давай поспорим. Все, поспорим, записали. Ну мы договоримся. Хочу немножко, ну так, скепсису подлить. Ну вообще вот эти все, как бы, веяния будущего, они как-то об реальность разбиваются. Если зайти, допустим, на сайт, можно увидеть, что HoloLens сейчас стоит $5000. Это, ну, как-то за гранью. Вот 1000 еще можно было подумать бы. Ну, это вопрос производства. Процессоры раньше стоили огромных денег. Сейчас вот в маленьком вот таком устройстве тот же самый процессор стоит копейки. Это вопрос времени же. Конечно, сейчас это дорого, но это не значит, что это будет дорого через там, 10-15 лет. Ну и второй, более социальный вопрос. Мы сейчас детей не можем оторвать от телефонов, и будущее как-то более страшно еще предстает в этом плане. Что скажешь? Нарисуешь себе ребенка и будешь с ним общаться. Проблема воспитания одна из самых сложных. Это сложнее, чем программирование, мне кажется, в разы. Она не должна решаться программированием, это как бы разные вещи, их не стоит вот так вот прямо сталкивать и смешивать. У каждой, ну,
чтобы быть более хорошим родителем, надо, мне кажется, больше уделять внимание именно этому вопросу. Коль, у меня ответ есть для тебя. Вернон Винч, «Конец радуг». Еще раз? Это роман, почитай. Там как раз про это и про детей тоже, и про воспитание, и про дополненную реальность. А вообще фантасты, они часто угадывают. Спасибо. Почему это так статистически? Спасибо за выступление, было интересно. Но у меня вот такой вот вопрос, тоже социальный достаточно. Вот, например, еще лет 10 назад мы не могли себе представить, что мы, допустим, два человека будут сидеть в комнате и переписываться через ВКонтакте. Причем это... Наши родители точно не могли это представить. Мы переписываемся смс-ками. Ну, это реальный случай. То есть люди себя ловят уже на этом. Вот теперь мы добавляем еще один как бы, уровень абстракции. Что как бы это может это, как бы, предсказать или посмотреть, ну, что это изменит, к чему это вообще приведет? Что люди там перестанут вообще там покидать помещения там свои. Ну, вот такие вот вещи ты думал над этим? Да, конечно. Ну, в целом, та идея, я же сказал, разрушать барьер, а его не создавать. Контакт и вот такой месседжинг через окошко браузера — это создание искусственного барьера во всех смыслах. Эта идея как раз его разрушает. Ты видишь человека так, как ты его видишь. Ты с ним коммуницируешь так, как ты с ним коммуницируешь обычно. «Черное зеркало», второй сезон, Леша. Да, на эту тему очень много и сериалов, и книг, и размышлений. И я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Я не имею в голове какого-то правильной модели будущего, которую я пытаюсь сказать, что вот так вот должно быть. Мне кажется, что это дискуссионный вопрос, и как раз Мобилаториум — это отличное место для того, чтобы обсуждать. Для того, чтобы положительно влиять на будущее, надо, чтобы разные люди обсуждали одну и ту же проблему. И вот очень круто, если мы в Омске будем это делать. Мы какой-то тогда больший импакт на положительное развитие всего мира будем иметь здесь. Ну, я надеюсь, что у нас что-то хорошее получится. Леша, спасибо за доклад. Два коротких вопроса. Чем уникален вот девайс, который ты принес с собой, и как сильно слэм ест батарею? Девайс уникален тем, что у него 6 степеней свободы, то есть motion tracking, полноценный, построение. Так это же по камере делается. Kudan это делает, да, на существующих устройствах. Но если я тебе покажу демо, как это делают Kudan, и когда делают Tango, ты увидишь, что Kudan просто очень сильно позади по качеству. Ну, то есть просто у тебя все съедет, человек пройдет и за собой дом уедет вместе с человеком. А Tango дом останется на месте. То есть за счет более сильного hardware, за счет более сильных алгоритмов, оптимизации, ну, просто люди этим занимаются. В корпорации, большая команда, по качеству получается намного лучше. Второй был, батарейку ест на данный момент достаточно сильно, и вообще мне кажется, сейчас в батарейку очень много чего упирается в мире. Если по батарее произойдет какой-то качественный рывок, это вопрос, наверное, к физикам, да, то, мне кажется, очень многие проблемы положительно решатся. Ну, это сложная проблема, насколько я знаю. Так, спасибо большое.